Клуб «Энергетик» стал победителем первенства Еврейской автономной области по футболу. Соревнования прошли в минувшие выходные на стадионе «Дружба» в Биробиджане. Второе место осталось за спортсменами из «Динамо». Бронзу взяла объединенная команда «Кромп Альф». При этом напряжение на поле сохранялось на протяжении всего турнира. Команды были примерно равны по силе, и довольно долго не было понятно, кто одержит окончательную победу. Команды собрались все по силам равны. То есть у нас нет вот именно кто слабее, кто сильнее. Команды в этом году и на кубок, вот, и на первенство. Все усилились команды, все собрали более такие усиленные команды. То есть проходных игр ни одной нет. То есть все игры пройдут такой, интересно пройдут. Турнир завершил серию соревнований перед летним перерывом. Новый сезон стартует в сентябре с первенства автономии по малоформатному футболу. В ноябре сборная области примет участие уже в федеральных соревнованиях – первенстве России среди любительских команд в городе Сочи. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.